На праздник особенно хочется порадовать своих близких, и сделать это можно с помощью простой домашней выпечки. Такие вкусные булочки-кролики на Пасху понравятся не только детям, но и взрослым. В этом рецепте вы узнаете, как приготовить булочки-кролики на Пасху, очень красивую выпечку, которую можно смело назвать украшением праздничного стола. Такие кролики понравятся не только детям, но и взрослым. Вместо кардамона вы можете добавить корицу или ванильный сахар для более насыщенного аромата. По желанию можно добавить в тесто изюм или цедру цитрусовых. Рекомендую посыпать булочки сахаром для того, чтобы корочка стала слегка карамельной. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Молоко смешайте с куркумой и кардамоном, отправьте смесь на огонь и слегка нагрейте, до 50-60 градусов, далее перелейте 3 столовые ложки в отдельную миску и дайте им остыть, после чего добавьте сухие дрожжи и хорошо размешайте. 2. К оставшейся молочной смеси добавьте сливочное масло, чтобы оно растопилось, одно целое яйцо и один белок смешайте с сахаром и слегка взбейте миксером, добавьте немного остывшего молока с маслом и дрожжи. 3. Посолите и просейте муку, замесите тесто, оставьте тесто в смазанной растительным маслом миске на час-полтора в теплом месте, накрыв его пищевой пленкой. 4. Затем разделите тесто на 10 частей, от одной части отделите небольшой кусочек, это будет голова кролика. Вторую часть раскатайте в колбаску и заверните в форме улитки, отрежьте кусочек теста, это будет хвостик, соберите кролика. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Выложите булочки на застеленный пергаментной бумагой противень. В оставшийся желток добавьте столовую ложку молока и перемешайте. Смажьте булочки желтком и прикрепите глаза кроликом, изюм. Посыпьте булочки сахаром. 6. Выпекайте примерно 15 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Мюка 500-550 грамм. Сливочное масло 70-80 грамм. Сахар 130 грамм. Дрожжи 6-25 грамм. Сухие 6-7 гр или свежие прессованные 20-25 гр. Яйцо 2 штуки. Молоко 160 миллилитров. Соль 1 щепотка. Куркума 1 чайная ложка. Кардамон 1/2 чайных ложки. Изюм 1/2 стакана. Количество порций 10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Пока-пока.